Интервью с террористом Ильнуром Исаевым. Полиция провела спецоперацию по захвату террористов. Сегодня у нас в студии группа людей под предводительством Ильнура Исаева. Сейчас они готовы рассказать нам о своей работе. Ильнур, здравствуйте. Здравствуйте. Значит, мы хотим правосудия, так сказать, всех взяточников этого ментовского произвола наказать, так сказать, либо сдать в рабство, либо всех убить. Мы не уважаем каждого взяточника, каждый взяточник будет наказан, и с нами вообще шутки плохи. Наша банда называется Ice King, мы очень жесткие люди. В чем проявляется ваша жесткость? Ну, каждого взяточника, то есть когда мы собираем все доказательства и понимаем, что этот человек точно причастен к какому-нибудь взяточничеству, мы ловим, так сказать, наказываем по полной программе и в конце уже завершаем свое дело либо убийством, либо, так сказать, раздаем в рабство. Тем самым мы зарабатываем деньги на оружие, вертолеты и прочее. Кто у вас из подозреваемых в ближайшее время? На кого вы Глеб думаете? Жеглов. Глеб Жеглов. Он будет наказан в самое, так сказать, быстрое, удобное время. Он будет наказан 100%. Угу. Он берет взятки, и мы требуем также, чтобы он ушел из полицейского департамента, так как он точно самый главный взяточник на этом острове. Возможно, у вас есть доказательства? Конечно же, есть. По необходимости мы их предоставим. Но наша главная цель не то, чтобы он ушел, а наказать по полной программе. Так, смотрите, когда вы поймаете всех взяточников в дальнейшем, что вы намерены сделать? Возможно, вы готовы стать губернатором в будущем? Нет, таких целей у меня нету. Мы вычищаем этих грязных, вонючих мусоров от этого чистого и красивого острова. По-братски. Я почему-то покраснел, даже сидя здесь, на стуле. Полиция провела спецоперацию по освобождению лейтенанта Марка Райли. Сначала группировка Red потребовала освобождения из тюрьмы членов своей банды. Далее на протяжении часа террористы удерживали в заложниках полицейского, на которого был надет жилет смертника. На протяжении всей спецоперации террористы меняли правила и условия обмена. Кто там? Здравствуйте, это вы мне звонили, лейтенант Райли, подъехал на вашу просьбу. У меня оружие за спиной. Молчай! Заходи. Молчите. Смотри, что там у стены вижу. Слушай, сюда информацию потом передашь. Я хочу, чтобы человека, которого сбежали, сюда доставили. Он у вас в этом допросном. Живым. Без наручников сами. Еще кто-то с ним был. Тоже, знаешь. Дэвид. Заходите, репортеры. Пресса, включи свет. Наконец-то свет есть. Во, видно хорошо стало. Да, потом Гасту опять достанете свою. Это понятно. Прессу пристрелить. Да, мы будем людей сегодня казнить, если вы так сделаете. Значит, можно ударить его за прошлое еще. Не посчитаю. Камеру выключи. Дай ему подзатыльник за прошлый раз. Так, сэр, значит... Блядь, да будьте не... микрофону. Ты мой мощный, надо тебя к нам в банду. Это вам за Гасту. Микрофон бы не бил, вот пресса, правильно понимаю? Да. Они хотят самолет... Еще раз патруль попросить, в багажник не будете ехать. В золоте. Я не прошусь. Едут к вам ваши задержанные. Передали мне по информации. Аппарация. Мы отпускаем бунт, наставляем медика, либо кто-то из сотрудников с нами. Раз, два. Бля, что, сопровождение не будет, что ли? Так типа поедем. Нам не дадут залететь, эта штука разгоняется хрен знает с какой скоростью. Не, медики, я вижу, что едут за нами. Где полиция? Смотрите, короче, тачка черная, вот 100% залоченная. Мне надо, по идее, избавиться, можно поменять сейчас план. Его вообще где-то выкинуть и убежать, блин. Гениально. Бля, нас точно ёбнут так. Да. Сейчас. Это компус кого-то орёт. Стой.
Я не знаю, там что-то какая-то херня на дороге. Это код 5, это код 5. Ладно, проезжаем, проезжаем. Полиция за нами. Перестрелка. Блять, шипы. Шипы, шипы, шипы. Ой. Ой, мне стрибы дали. Ну пусть они стреляют. Попал мне тоже стрибы дали. Ой, шипы. Вот я без оружия, без оружия. Давай все, бля, скажи всем нахуй убирать, бля. Я психопат, нахуй, я бы... Не просто переживай, гражданин, не переживай. Давайте успокоимся, тихо. Подождите, не нервничайте. Тихо. Подойдите, кто здесь главный? Вот здесь главный. Здесь главный гражданин. Я говорю, вам для зеленого коридора потребуется один автомобиль, верно? Почему один? Сколько вам автомобилей надо? Нас вообще-то много, мы... У нас две машины, две GMC. Вместе. Сколько там километров? Сколько километров до аэропорта осталось? 4. Ой, сегодня у нас... Блять, это будет горячо. Научу вас играть на фортепиано. Нормально. Класс. Он точно сработает? Он вон, смотри, чуть? Команду уже дает. Давай, сколько еще? И колеса еще. Короче, мы... Блять. Мужики, надо... Че делать? Говори быстрее! Нам пизда. Что делать? Бегать сюда. Мужики, есть идея. Просто разъезжаемся все в разные стороны. Нет, 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 улетаем. Да в смысле улетаем? Нам проще разъехать в разные стороны надо. Просто все, кто я сейчас нахуй. Не-не-не, здесь плохо, здесь открытая местность. Улетать можно. Да давайте закинем его просто тупо нахуй внутрь, все, улетим с ним. Парня. Чего? Погоня на полосу. Кидайте сюда что-то. Алло, алло. Да блять, надо генерала по-любому в самолет закидывать. Поближе его, блять. Вы куда? Его грузить. Блять, не грузить, а... Меня слышно, нет? Да. Где он? В машине у меня. Короче, едьте за самолетом. Нахуя? Потому что я... Мы его дадим там. Я на самолет погнать на полосу. Сразу разъебут, блять, как мы его дадим. Возможно. Не знаю. Возможно, 100%, блядь, ты первый раз, что ли, живешь? Ебать, тут машина-то пиздец. Ага. Нам пизда, мужики, 100%. Согласен. Просто пизда, блядь. Они как мух, нахуй. Даже мух меньше. А еще есть одна проблема. Я не исключаю это, ты машина. Благо есть. Ну, в рацию говорит, он сейчас кодовое слово просто скажет, нас разум оставит. Так, оружие отставьте от меня. Так, у вас там машина с пулеметом прямо по курсу. Вот или нас куда-нибудь стреляем. Сзади поставить? Не окружает. Вот я понял, что пулемет. Убирайте эту машину. Машина с пулеметом сидит. Если что, держите вагонника на прицеле, полном, блядь. Ну, я могу, да? Как вам относились? Все будет хорошо. Обязательно терпимо. Да. Нет. Меня слышите? Они издевались? Она же не хлопнет, да? Я аккуратно. Поднимите руки, граждане. Я сейчас взорвут, отвечаю. Отгоните все ваши машины патрульно отсюда. Здравствуйте, граждане. Вы всегда можете быть спокойны, потому что полицейский департамент на страже вашей безопасности. По 10-бальной шкале, насколько вы отработали?
У нас были некие трудности в плане с переговорами. Вы сами, наверное, понимали, что граждане поменяли правила. Вот. Да, условия обмена. И это машина. Было очень-очень проблематично их решить на месте. Вот так вот сходу, без какой-то дополнительной конференции, обдумывания. Вот. И все придумывалось мною на ходу. Вот. Также генерал-полковник помог мне, вот он справа от меня стоит, подъехать вовремя, посадить нашего гражданина в автомобиль и нейтрализовать этих преступников. Вот. Сейчас они будут доставлены на базу СВАТ, им будет оказана помощь срочная, также медик уже на подлете туда. Вот. И эти граждане будут наказаны по всей строгости закона. И это все, что мы хотели вам показать. Ждем вашей реакции, лайки, дизлайки, берегите себя и пока.